Так, ну всем привет, кто будет смотреть данное видео. Видео о моих первых трех боев в данном турнире. Кстати, как этот турнир называется, я уже и забыл. Турнир называется у нас «Большие резервы», блин. Ну, у меня какая здесь, четвертая лига, по-моему. Да, четвертая лига. Ну, что? Покажу вам бои. Можно было, в принципе, и сейчас сыграть один. 5 минут до боя осталось. Чё? Чё по мне? Сыграем. Один бой я, наверное, успею показать вам. Который я сегодня слил. Слил. Ага, вот он. Соперник, кстати, не попал. Очень хороший. Интересно, блин. Посмотрите, 56 побед в ПП боях. И 56 игр, 56 побед. В турнирах тоже очень неплохо. Очень даже неплохо. Видно, что товарищ качанный. Винтрейд 94%, блин. Даже больше, чем у меня на 12 ранге. Но вообще, я вам скажу, для 12 ранга 94% винтрейда это вообще очень даже хорошо. Ну и что, перейдем в сам бой. Да? Сам бой. Бои. Вот он, да, у нас бой. Смотрим. Что у нас тут? Ну, карта две горы. Карта, в принципе, это для конфедератов. Леса здесь как такового нет. Обширная. Вообще, короче, заехать молотами можно с любой стороны атаковать. Вообще супер. Ну, развитие стандартное, я, наверное, перемотаю. Побыстрее это все. Ну. Все по стандарту, как видите. Две ЦСки. Электростанция и казарма. И пошла жара по сбору ящиков. Как видите, вот здесь перестрелочку. Один на один было, как видите, пехотинец прокачанный офигенно. Даже, наверное, покруче, чем у меня. До 12 ранга, наверное, даже и фуловый. Пех. Смотрите, что вытворяете. Вдвоем да просто уничтожили. Ну что, здесь у меня разведка. Посмотрим, что он на базе там выстраивает. Тут у меня первый пех пробежал. Как видим, сразу два завода штурмовых машин, уже 3 CS-ки, 4 CS. Что же у меня там? У меня 3 CS-ки, не 4 тоже, только один завод штурмовых машин. Ну и что получается? Уже первые транспортники пошли. В принципе, я неплохо так справлялся с этой задачей. А здесь меня в разведку не пускают. Видите, пехотинцы мне двое не пропускают. Я решил здесь под с двух сторон его разведать. По два пехотинца кинуть и посмотреть, что он будет строить. Я понял, что два штурмовых завода машины это будут, наверное, все-таки молоты. Как я понял. Поэтому я сразу, блин. Поэтому я сразу начал выходить в гренов. Ну, здесь у него развитие, я вам скажу. В принципе, на 4 CS, как на 5 уже CS, 5 CS уже у него тут, да. Неплохое, но это мы увидим потом. Смотрим, что дальше. Ну, вот здесь я начал клепать гренов по полной программе. От всего остального я отказался, по идее. Ну, уже так, под заказик броников, хотя они, наверное, здесь бесполезные будут. Вот опять пошла разведочка. Добежал пехотинец. Ну и как видим, штаб я хотел посмотреть. Там уже третий уровень штаба был. Ну и посмотрим, что здесь творится. Вот он нападает своими молотами. Я здесь его перехватить решил. Он, как всегда, катается, убегает. Ну, понятное дело. Я здесь, конечно, ступил. Я решил сделать так. Он валит мою базу, идти типа в размен. Я видел, что у него не было никаких бункеров, ничего там на базе. Поэтому я решил его атаковать.
Ну, здесь он ко мне на базу заезжает, ну а я решил его здесь брать. И теперь смотрим, что здесь мне... Смотрите, 5 бункеров меня встречает, блин. Короче, я понял, что я здесь сливаю. Он же золотую атаку въебал похую. Ну, как видим, бесполезно. Так, ну, короче, здесь я слил. Надо, наверное, вернуться в игру. Может, получится сейчас бой сыграть в турнире, если успею. Ну, давай, давай, быстрее. Давай, давай. Еще один бой в туре можно было бы сыграть. Где? Успел, не успел? Успеваю, все. Ну что, посмотрим, что... Все, удастся мне потянуть боёк один. Было бы неплохо. Одно плохо не показывает. Соперника мне на какие попадают. Только в конце боя можно посмотреть. Ну, хотя бы карту видно. Уже плюс. Сейчас небольшой, но плюс. Ну что же, посмотрим, что получится. Ну, карта, в принципе, неплохая. Царь горы. Уже сегодня она, по-моему, у меня вторая. Ну, что же. Эх, блин. Надеюсь, получится у меня все нормально. Не забыл еще, как играть за сегодня. Блять, не люблю снизу, конечно, начинать это все дело. Ну, поехали. Да ты ёбаный ты в рот, что ты, сука, глючишь, пидор, блядь, ебаный. Да блин, ты смотри, что он тормозит с записью, капец. Что проиграю сейчас, блин. Нельзя записывать, короче, когда играешь, так всё пополно. Давай. Что-то разведку лупить уже. Давай сюда. Ну. Давай, что ты, сука, пиздец. Ну, сейчас издую. Так, надо разведку, блин, золотую включать. Нам вообще ничего не будет. Придется голдить. Building complete. Orders. Enemy detected. Give me orders. Do it. Resource container is detected. Resources received. Over there. Our unit is under attack. Resource container is detected. That's super. Our hidden unit is detected. As you say. What? Блять. Ну все, поехали заводы клепать. Я уже в этом развитии опоздал, конечно, по полной программе, блять. Что там? О, разведочка пошла.
Как же он тормозит? Да, блядь, ещё негде поставить, сука. Ну, блядь, придётся запустить, иначе проиграю. Заклепает там полным ходом. Our hidden unit is detected. Our unit is under attack. Окружили, суки. Что, на второй завод? Our hidden unit понятно, что. Insufficient resources. Command! Yes, moving! Affirmative! Ну давай, давай, скрыша. Опа, есть.
Вот, накачанные. Чего ты не спишь? Чего не спишь? Что за быка у нас? Ну ты тоже слово 5 ты зробила. Очень сильный игрок. Вот я еще попробую. Да, ого. Плюсик поставить. Скоро строительство, наверное. Или что? Так, и пехоты. Скоро стартовые ресурсы, наверное.